Всем привет, ребята! Вы на канале Game No Rules. Продолжаем проходить Darksiders. Ну что ж, это Эдем. Короче. Туда нет пути. Есть. Только для тех, кто достоин. Для тех, кто может летать. Всадник, ты так долго сражался со тьмой, что она успела запятнать тебя. Создание света почувствует это так же, как чувствую я. Здесь ты хуже любого из демонов. Покори свою тень, и тогда сможешь пройти. Готов ли ты сойтись с самим собой при свете солнца? Не все способны на такое. Моя маска теней. Да. Это она. Ты снова будешь видеть мир теней, пока не снимешь маску. Удачи в бою. Ох, отлично. Сразись с самим собой. Фух. Ну и где я? Так, мы не видим теней. Охуеть. И как мне победить самого себя? Вау. Я тоже так могу, что ли? Нифига себе. Да, комп лучше отдай. Вот, а так тебе не нравится, да? Да. Получай. Да, блядь, за твои атаки что, не получится или что? И он перешел в режим демона. Ах, но я думаю, я ему то же самое должен был нанести урон, правильно? Да, ему похуй просто, ребята. Первый дар небес ждет тебя. Я буду ждать здесь, вместе с наблюдателем. Я не отпущу всадника без присмотра никогда! Куда он, туда и я! Да? Тогда ступай к древу, черная тварь. Тебе ни за что не добраться до той стороны. Поторопись! И помни, кто держит твой поводок. Вот сука, я убью, короче, этого пидораса. А чё я упал? Чё, я пройти не могу? Как это сделать тогда? Нужно переходить, короче, в этот мир. Нифига себе. Вообще по-путому все. А что там в воде, интересно?
Меня не смоет или смоет? Боже, круто как. Здесь ничего нет. Я думал, здесь какие-то штучки будут прикольные. Понятно, здесь ничего больше нет. Кроме такого прохода. Так, я не знаю, он нам пригодится, нет, но я собираюсь. Мы там посмотрим. Блин, это здесь очень много разного лута. Так, все, выходим отсюда. Поднимаемся наверх. Посмотрим, что нам древо скажет. Интересное место. Будешь ты служить в раю или править адом? Надвигается буря, Урил. Скоро. Мне понадобится твоя помощь. За тобой я последую даже в ад, господин. Они знали. Но откуда? Благими намерениями. Кажется, так говорили люди. Ты это сделала? Нет, это ты решил призвать нас в этот мир. Я всего лишь использовала твою идею по-своему. Нет. Я буду считать это предложением, Авадон. А тебя своим верным слугой. Иди со мной и прими мантию разрушителя. Нет. Когда владыки света узнают, что ты сделал, тебя низвергнут. Да тебя в цепях поставят перед советом. Ты уже проклят. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю или править адом? Теперь тебе надо вернуться к Азраилу. Убеди его помочь нам. Тогда вместе мы переменим лицо мироздания. Авадон должен быть наказан. Он играет с законом, как ему вздумается. Смеется в лицо совету. Есть ли у нас доказательства? Печати не тронуты. Очевидно, что ангелу помогли. Но кто? Пока не узнаем, придется ждать. Его деяния родят неповиновение. Совет ослабнет. Сколько мы сможем удержаться у власти? Мы не можем остановить Авадона, но есть и те, кто сможет. Им лишь нужна причина. Нет, нельзя посылать четырех всадников. Для них суд без доказательств – убийство. Всадники не станут действовать без причин. Мы пошлем лишь одного, для которого месть – достаточная причина. Того, кто приступит закон, лишь бы отомстить. Клинок уничтожен. Я охраняю седьмую печать. Этот мир наш. Небеса принадлежат нам. Ты знал, что это билет в один конец? Нифига себе, какое предательство.
Понятно. Короче, будет кому-то сейчас жопа просто. Потому что война теперь все вспомнил. Он понял, что за хрень с ним произошла. Короче. Ох, нехило будет совету и остальным. Перевалит он всех. Точнее, будем мы валить. Но это по-любому будет так. Ну? Авадон, это разрушитель. Архангел! Его предали. Он был всего лишь пешкой в большой игре. Ты должен принести ему мир. Мир? Авадон, это разрушитель! Уверен, о мире теперь нельзя и мечтать! Была ли подсказка среди видений? Способ, как остановить его? Я видел меч. Тот, которым сломали печати. Клинок Армагеддона. Но когда были сломаны печати, Авадон приказал уничтожить его на той же наковальне, на которой он был создан. Всадник. Боюсь, клинок утрачен навсегда. Мы создадим его заново. Что еще ты видел? Авадон хранит седьмую печать. Со своей армией он собирается штурмовать Белые Врата. Уриил поведет против него воинов небес и падет. Что еще ты видел? Больше я ничего не видел. Я открою врата, чтобы мы вернулись. Закрывшись, они закроются навсегда. Сад и его тайны будут утрачены. Скажи, когда будешь готов. Что ж, думаю, на этом все, ребята. Если вам понравилось прохождение, подписывайтесь на канал, ставьте под видео палец вверх, и всем пока, до новых встреч. В следующей части мы посмотрим, что же будет дальше.